Обычно на такие вещи мало кто обращает внимание, а как оказалось, зря. Плакат 20-х годов прошлого века вместо призыва встать на защиту Родины зовет стать третьим в компании. Это не просто некорректно по отношению к ветеранам, но и незаконно, заявили в управлении антимонопольной службы. В данном случае он изменен. Изменен в части лозунга, то есть «будешь третьим». А ныне, ранее, изначально, то есть этот вариант плаката изображался со слоганом «ты записался добровольцем». Ну, явно добровольцем в части защиты Родины, то есть труда, то есть каких-то социальных вещей, не с призывами к социальному. Таким образом, усматриваются признаки нарушения части 6 статьи 5 Федерального закона о рекламе, использования непристойного оскорбительного образа. К сожалению, неизвестно, как долго здесь висит этот плакат, но известно, что бар благополучно работает уже 6 лет. И пикантность всей ситуации в том, что все это время он находился в 10 метрах от третьего лицея. И этот факт никого не обеспокоил. Результат сегодняшней проверки – штраф в сумме 20 тысяч рублей и снять плакат. Собственнику рекламной конструкции будет выдано предписание о демонтаже рекламной конструкции в трехдневный срок. В случае неисполнения предписания о демонтаже рекламной конструкции материалы будут переданы в ВД для привлечения собственника к рекламной конструкции согласно статье 14.37 КОАП РФ и будет произведен принудительный демонтаж рекламной конструкции. Что касается безликого соседства с лицеем, то сегодня этот факт оказался безнаказанным. Александра Петренко, Дмитрий Примачек, новости дня.